Так, Мария. В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Так, звоним вот Христине, мы ей так и не позвонили. Пробуем еще разочек. 0,48. Кристина, здравствуйте. Это Инна, город Магнитогорск. Мне ваш телефон дала Наталья Мельниченко. Вы хотели узнать о нашем проекте. Вам сейчас удобно пообщаться? Угу. А расскажите немножко о себе. Откуда вы, из какого города, чем занимаетесь, сколько лет? Да-да-да. Угу, супер. Дом. Угу. Отлично. В декрете, да? Поиска. Просто. Угу. А ИП чем занимались? Ух ты, супер. Ну, вообще человек, значит, который понимает, что такое деньги, да? А расскажу, да, чем мы занимаемся. Смотрите. У нас есть свой онлайн-проект, вы, наверное, заметили, ну, вам как предпринимателю это близко, что сейчас большие розничные магазины закрываются и переходят в интернет. Также крупные магазины все больше и больше стали делать рекламу своих интернет-магазинов. Ну, и люди, соответственно, начинают совершать покупки в интернет-магазине. То есть пока это не очень большой процент народу, да, но все больше и больше мы начинаем покупать билеты, оплачивать разные кружки, ЖКХ и так далее, и так далее. То есть все абсолютно, да, переходит в интернет. Вот, во-первых, это выгодно, потому что все, что идет напрямую через интернет-магазины, это дешевле, чем в обычных магазинах, потому что вот это оптово-розничные накрутки, да, закупок, где каждый свой процент прибавляет, нету. И второе, это экономия времени. Вот, в связи с этим появился наш проект. Мы занимаемся раскруткой сайта. Любую фирму интересует большой товарооборот. У нас есть готовая система работы, благодаря которой мы сможем с легкостью создавать такой товарооборот. Ну вот конкретно я, да, я создаю компанию выручку на 250 тысяч рублей в месяц. Компания мне выплачивает процент с этой выручки в размере 40-45 тысяч рублей. Согласитесь, хороший такой процент, да, с 250 тысяч, практически 1/5 часть. Это такая стартовая оплата, дальше по нарастающей. Наверняка понимаете, что одному создать такой товарооборот невозможно. То есть поэтому приглашаем людей в проект. Да? В проекте вложений нет, халявных денег тоже нет, работать надо. Но работать в принципе везде надо, правда? За любые деньги, хоть дворником, хоть не дворником, да, хоть банкиром за 500 тысяч, да, в любом случае работать надо. Вот, в интернет ежедневно выходите? Угу. Чем занимаетесь в интернете? Ничем. Соцсети, да? Угу. Угу. Ну, все традиционно. Фотографии, лайки, комменты. Угу. Ну, сейчас школа. Нынче школа, да? Хуже института. Вот. Все понятно. А ребенок один? Боя, супер вообще. А, смотрите, да, то есть чем мы занимаемся? Мы раскручиваем в социальных сетях сайт и таким образом его продвигаем. Ну, естественно, нам невыгодно продвигать малоизвестный сайт, потому что на него никто не пойдет и нам за это платить не будут. Поэтому для раскрутки выбрали сайт, который на российском рынке на данное время, да, занимает третье место по онлайн-заказам. Первое место – это железная дорога, второе место – это компания Аэрофлот и третье место – это компания Орифлейм. Сразу скажу, что продажами не занимаемся или по желанию. Но я всегда говорю, что ни один продавец никогда не будет зарабатывать больше хозяина магазина, сколько бы он ни продавал. Согласны?
Вот, с каталогом бегать не предлагаем. Никогда в жизни с каталогом нельзя продать на 250 тысяч рублей. Работаем только в интернет по системе, которая есть у нас на данный момент. Сейчас расскажу, что это за система, да? Знакомы с компанией? Зарегистрированы когда-то были? Может быть, когда традиционным способом она работала с каталогами, сотрудничали? То есть это традиционный способ, да, когда собираем заказы. То есть про интернет-магазин тогда еще ничего не знали, не слышали, да? Не было. Понятно. Ну, смотрите, да, прям конкретно сейчас по шагам расскажу, что мы делаем. То есть у нас такой вид сотрудничества с компанией. То есть компания первая, это, конечно, скидка, но скидкой никого не удивишь. То есть скидка начинается стартовая 20%, доходит до 65%. То есть ни один магазин, конечно, такие скидки не предоставляет, но на скидке не заработаешь, да. И второе, что мы делаем? То есть мы проходим регистрацию. После этого сразу же компания нам открывает доступ в интернет-магазин. И все партнеры, которые идут, регистрации идут после вас, да, неважно, идут они на дисконтную карту или на бизнес, они идут уже как покупатели в ваш интернет-магазин. Естественно, чем больше покупателей, тем больше процент вы будете получать. После того, как будет зарегистрирован интернет-магазин, мы его активируем, приходит там смс-очка на телефончик и подключаемся на обучающий сайт. То есть там есть определенные уроки, которые мы проходим. Если нас все устраивает, мы начинаем сотрудничество. А если не устраивает, ну, в принципе, никто ничего не потерял, потому что вложений нет, да? Ну, я здесь говорю, что жизнь пролетает очень быстро, время проходит, да, вчера мы были беременны, сегодня у нас дети в школу пошли, вчера у нас ребенок пошел в первый класс, сегодня он уже заканчивает школу. Жить красиво хочется сейчас, не через 500 лет, да, почему бы не попробовать то, что сейчас очень актуально, как развитие интернет-магазина. В чем уникальность системы, да? У нас, ну, система построения группы такая, что, как я уже сказала, да, все последующие партнеры и потребители будут регистрироваться к вам. Пример, вот за день у нас проходит до 10 регистраций. Сейчас будет еще больше, потому что сейчас начинается такой активный сезон. Средний заказ в России, ну вот вы как семья, сколько на мыльно-рыльные тратите? Ого, обалдеть. В зависимости от того, что купили, да. То есть, если, например, то есть, если там одни шампунчики, мыльца, зубные пасты, да, то есть то, что не нужно продавать, это продукция, которая сама себя продает, да. Человек хлеба себе не купит, но женщина конкретно, да, голову помоет обязательно. То есть средний заказ в России такой, ну, 1000, ну, 1500, да, такой примерно. То есть за день, представляете, да, какой товарооборот может быть, какой за месяц у вас в интернет-магазине, пока вы обучаетесь, может прокатиться товарооборот. То есть представьте, что будет через год, через полгода, какой может быть доход. Вот такое краткое у нас предложение. Какие у вас вопросы остались? Но вы не пробовали пока себя. Что теряете? Никогда было. То есть попробуем. Давайте попробуем. Вам Наталья тогда скинет, смотрите, регистрацию. Вы ее заполните, через какое-то время вам на телефон придет номер и пароль, и активационный код. И потом мы уже с вами найдемся, свяжемся и начнем сотрудничать. Хорошо? Ну все, Кристина, приятно было познакомиться. До связи.